как, почему, зачем, блядь, зачем? Я не ушла с проекта. Я не ушла с проекта, мне нужно было решать свои дела, то какие. И поэтому мне нужно было... короче, отучиться на несколько дней. Еду сейчас на ББ, но я сейчас очень сильно опаздываю. А Надин с Андреем, они как-то общаются, но, сколько мне известно, они не вместе. Нет, я за козлом. Я вот на лошади скачу. Так, ты веришь, что Ян и Захар померятся? Верю, они померятся. Это 100 пудов померятся, потому что вот прям чувствую я своим сердечком. Потому что они оба любят друг друга. Безумно, безумно любят. Бывает, что настроение у человека. У Яна на тот момент, видимо, было такое настроение, я хотела спикриться. Я не знаю, что мне повлияло, может, детей надает, может, еще что, и так далее, и тому подобное. Просто человек психанул, все. Но то, что Яна любит Захара, это 100%. Захар любит Яну, это тоже 100%. И, блин, я очень хочу, чтобы они помирились. Очень. Ответь, пожалуйста, люблю тебя. Всех, всех люблю. Когда планируешь из проекта? Я не знаю, когда планируется из проекта, пока что я на проекте. Не знаю, когда совсем уже будет... прям окончательная стагнация моей личности на проекте, тогда я уже как-то вот так вот. Нет, на машину я насосала. Сосала я за месяц, я насосала на машину. Вот я планирую вот сейчас набрать подписчиков в Инстаграме, в социальных сетях, чтобы было 500 тысяч, и насосать себе на Порш. Вот. Так что вот так вот. Я баба красивая, мне повезло, конечно, мне думать не надо, разговаривать тоже, просто сосать, делать свое дело и зарабатывать на машину, там, где машина, квартира, и, в общем, все заебись у меня. Захар, да, в раздумье, уйти или нет, но у него есть мысли, чтобы забрать Яну за периметр. Так, что еще, чем до проекта занималась? Проституцией занималась от проекта. Я просто, понимаете, я не хочу вот отвечать на эти вопросы, типа то, что вы же все равно хотите это от меня услышать. Вы хотите услышать то, что я проститутка, что я соска, что я там, не знаю, говно конченое. Вот, пожалуйста, питайтесь этим. Вот честно, сосала до проекта конкретно, вот очень до того просто. Ездила по мужикам, заработала себе на тачку, потом пришла на проект, надоело мне гулять по мужикам, надоело мне сосать. В итоге я пришла на проект, чтобы построить свою любовь. Ну, как бы тачку если купила, квартиру если купила, все у меня заебись. И, в общем, теперь я решила просто построить свою любовь. Все четко, все нормально, все по плану. Секунду, сейчас я вернусь. 200 тысяч за ночь с собой. Да, 200 тысяч у меня стоит ночь со мной. Стоит 200 тысяч. Да, у меня есть машина. Да, я на ББ опаздываю. Привет. Ответь, пожалуйста, как думаешь, Ромашов и Белый будет вместе? Нет, Ромашов и Белый вместе не будет. На данном этапе мы переписываемся с Ромашовым, но мне кажется, Ромашов разочаровался, когда я хотела вернуть Новикова на проект. Ну, короче, у нас непонятные с ним отношения, взаимоотношения. Он пишет мне в директе, как он меня хочет. Я, в принципе, не против тоже замутить с Ромашовым. Ну, короче, не знаю, что из этого получится. Честненько. Ну, как-то вот так вот. Селена, ты умная. Все, нахуй, Анна, охуенная, суки, рот закройте. Да, я охуенная. Так, мы разворачиваемся. Кайфую с твоего пофигизма. А что мне делать, блядь, я? Честно, мне хочется позитива какого-то. Ребята, у меня топографический кретинизм, я не умею ездить без навигатора. Я купила себе машину, права себе тоже купила. Насосала на машину, купила права, насосала на квартиру. Да, я матершинница, просто лютая. Но вы же понимаете, когда правильно, вас это бесит. Когда матершинница, вас это бесит. Поэтому пошли все нахуй, я вас всех ненавижу. Давайте дружить дружно. Секунду. Сильно опаздываешь. Ну, не так уж сильно. Мне сейчас нужно еще как-то подгладить свой пиджак, привести в порядок волосы, потому что я вчера тут заехала к Аполлоновым. Там... Короче, я вчера должна была быть уже на поляне, но в итоге, короче, я поехала к родителям ночью, поехала к родителям, в пробке еду, я не знаю, просто спасибо огромное терпению этим людям, которые меня вообще терпят. Я вот, честно, мне нужно было решить свои проблемы, я их решила благополучно, слава божечке.
сейчас я возвращаюсь на поляну. Но, да. Ой. А что это никого нету? Что-то маршруток нету. Это не шутка, мы встретились в маршрутке под номером один. Едем и молчим, он говорит до... Так, тихо. Давай, быстрей. Блять, вот бесит, когда хочешь развернуться, какая-то такая машинка такая, знаешь, сама такая задрипанная, такая стрёмная, вот так еще едет еще 30 километров в час, и ты думаешь, блин, за что мне это? Так, тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын, я приеду. Так, отличненько. Сейчас мы будем парковаться. Вот парковка, это, к сожалению, не мой конек. Ну давай, проезжай. Ну. Чего ты там мне факи показываешь? Засунь свой фак в жопу, поковыряйся, блядь. Дима, едем. Сейчас мы разворачиваемся. Удачно. Сейчас мы припаркуемся. Что ты хочешь? Что ты? Так. Ага. Отличненько. Сатурн, я Венера. Ну давай, приезжай. Еще давай ко мне садись. Отлично. Спасибо, Бартроники. Так. Что за небо? Так. Конечно, свинились. Ага. Вот я умница, вот я молодец. А, все, собственно. Теперь я иду на ББ. Только очень странно, что на ББ никого нету. Хай, мисс, хай. Сколько тебе лет? 'Захар намерен мириться с Яной. Ну, как намерен? Он хочет с ней помириться, но... Короче, они, короче, два дурачка одинаковых с толчка. Вот что хочу сказать. Я не принимаю ни его сторону, ни сторону Яны Шафеевой, потому что никуда они друг от друга не денутся. Я все-таки верю в их примирение. Ребята, я в таком состоянии ужасно. Так, Майер приехала на объект. Сейчас Майер, Селена Игоревна, получит, мне кажется, знатных люлей от... Потому что, посмотрите на мои волосы, я не накрашенная. Какая-то вата вообще потрёпанная, подтасканная. Так, кипарик надели, чтобы не совсем так стрёмно. Как дела у Захара? Захар? Сейчас, ребята, подождите, у меня тут очень опасный момент. Моя жопа выходит! Ой. Так, сюда. Туда, обратно, какая молодец. Но я дебилка, блядь.
Ребята, это было что-то с чем-то. Я просто вылезла из такой щели. Смотрите, сейчас покажу. Ага. Слабо вам? Так вот, Селенка худышка. Вот если бы была большая жопа, я бы не вылезла так просто. Да-да. Самое что прикол, что я иду в шортах, вот в этих. А у меня под шортами нет трусиков. Привет. Потому что я их забыла надеть. Я их вчера ночью постирала и оставила у Аполлоновых дома. Захар, все нормально. Я думаю, что они померятся. Я надеюсь, что они померятся очень. Так что, как бы, ну, он ее любит. Это 100%. Привет, привет, привет. Ой, блядь. Здрасте. Здрасте. А ты где была? Была, ну, на выходном. Все, я приехала. Ты одна приехала? Да, да. Захар. У Захара, короче, я, ну, пообщались с моим уже...